spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлена линейка воблеров Rocco Slim, которая выпускается под брендом Eco Pro. В первую очередь, эти приманки созданы для любителей ловли хищника со льда. Производитель заявляет, что отличительной чертой серии является стабильная работа на значительных глубинах и при наличии течения. Давайте поближе их рассмотрим. Rocco Slim относится к классу Vibration, или как их еще часто называют, ратлины. Приставка Slim переводится с английского языка как «стройный», «худой». И действительно, корпус прогонистый, слегка изогнутый. Толщина тела постепенно увеличивается от тонкой спинки к более широкому брюшку. Высота тоже неравномерна и от головы постепенно сужается в сторону хвоста. Кстати, сзади мы видим элемент, внешне похожий на небольшой плавничок. В верхней части расположена имитация спинного плавника. В ней имеется 3 сквозных отверстия, за которые происходит крепление приманки к леске. В комплекте уже идет надежная металлическая застежка. В зависимости от выбранного способа фиксации, в состоянии покоя VIP занимает либо горизонтальное положение, либо с креном вперед или назад. Но отметим, что при ловле щуки лучше снять штатный карабин и использовать специальный поводок. Несмотря на цифру 90 в названии, длина представленной модели составляет 85 мм. Масса равна 28 граммов ровно. Как уже говорилось, благодаря этому Rocco Slim может применяться на больших глубинах и при наличии значительного течения. Степень плавучести отрицательная, причем погружение ко дну происходит достаточно быстро, что необходимо учитывать, если рыбалка происходит на водоемах с большим количеством подводных препятствий или донного мусора. В линейке предлагается на выбор около десятка различных вариантов раскраски. Здесь вы найдете натуральные, светлые и темные, кислотные, а также голографические. Производитель особо отмечает, что все вибы имеют свойство светиться в ультрафиолете. Это значительно повышает их заметность при плохой освещенности. Для оснащения используется пара надежных тройников. На каждой упаковке имеется изображение с логотипом производителя данной фурнитуры. Это известная японская компания Seikyo. Их острота позволяет совершать уверенную подсечку, оборотки небольшого размера удержат трофей во время вываживания. Обратите внимание, передний крючок значительно больше хвостового. Как и в большинстве похожих вибов, здесь нет ни системы дальнего заброса, ни шумовых камер. Основным привлекающим эффектом стала мощная вибрация при проводке. Анимация Rocco Slim – это всевозможные подбросы, подъемы и опускания. Основными объектами станут судак, берж, щука и крупный окунь. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.